Всем привет! Друзья, не поверите, я стою возле аптеки. Людочка пошла в аптеку купить себе лекарство. Не, ну нормально, я вчера забрала ее. Такая веселенькая. Ой, такое видео. Это за первое, за почти за 100 дней войны, первый раз мой ребенок вышел куда-то в люди. Пошла, поздравила эту девочку. Молоденькую, 20-летнюю Ирочку. Хорошо, они посидели, погуляли. Потом они в основном вдвоем. Молодежи сколько было вчера, друзья. Сколько молодежи. Столько. И даже беженцы. Люди ходят, отдыхают. Я уже не называю их беженцами, я уже называю их переселенцами. Потому что ну, люди живут своей жизнью. Ну что делать? Только сегодня единственное посмотрела новости про... Ого, собака, ого. По поводу Донбасса, конечно, там жесть полная. Аж, вы знаете, честно говоря, я ж стесняешься жить. Херячат его там по полной. Это просто трындец какой-то. Жалко мирных жителей, мне жалко мирных жителей. Ну, захотели люди там жить под Россией, ну, пускай живут. Но они ж хотели русский мир давно. Ну, дайте такую возможность. Люди погибают и погибают. И погибают в основном дети и старики. Беременные. Ну, ладно. Мы живем в Днепре. Ты представляешь? Лиза. Где меня обслуживала? Да ты что? Я женщина. Так хорошо, да. Тебе большой привет. Да ничего, она говорит, стабилизируешь, а нет, если у кого понижение, повышение. Да нет. Одноклассница Людина работает в аптеке, Лизонька. Нет, это моя лучшая подружка детства. На год моложе, да, извини. Год, да. Ой, никогда не забуду, когда вообще. Она... в калитке была такая дырочка для ключа, еще не было замка. И она так глазом смотрит вот так вот. Маленькая, не достает вообще даже до замка. А Людочка дома? Я говорю, заходи дома. И сейчас... Сколько у нее? Двое детей? Один ребенок. Да, мы перестали дружить, потому что у нее началась семейная жизнь. Ну как, семья. Да. Она очень... Во сколько она родила? В 16? 5? Да, ровно на свой день рождения, 16 лет. 16 лет родила. И девочки сколько сейчас уже? Давай посчитаем, если Лизе будет 28. 12 лет уже. Будет 12. У тебя губы аж синие что-то. Это помада такая. А, слава богу, господи. Ты что? Ты какую-то водичку лечебную пьешь? Угу. Не, ну, все знают эту воду. У тебя бывает и похуже. Не, мне вообще не нормально. Так, девочки, сейчас пока я выложу видео, значит, большая просьба. Кто знает, вкусное на сахара купить, вкусное варенье из клубники. Чтобы не один к одному, а экономный вариант. Пожалуйста, напишите мне в комментариях. Я вечером засыплю и буду делать варенье. Ну, на ночь, да, засыпать надо. Я вас очень прошу. Вы ж хозяечки все у меня, мои умнички. Мне вчера Келли Миллер написала, говорит, Нателла, говорит, это гренки, говорит, мясные ты такие сделала. Я просто не знала, как их назвать. Она говорит, я детям прошу прощения. Детям, говорит, часто делаю. Я забываю, что как... Мужик в машине, понимаешь? Ужас, они. Мужик в машине. Ну, дядя, пожалуйста. А что ты говоришь, мам? Смотри, ты же меня снимаешь, я же не ухожу с канала. Ты меня можешь надо. Если я не снимаюсь там 2 дня, бывает такое у меня, я не могу. Вот меня видят, ты меня сняла, показала, что со мной все хорошо. С тобой все хорошо. Я же не могу тоже. Сидеть. Подписывайтесь на. Ой! Поправь телефон, пожалуйста. Подписывайтесь на канал на Золотую рыбку. Описание будет под видео. Я забываю. Я пишу комментарии, вы меня там видите в красной рубашке, переходите и сразу меня видите. Да. А еще спасибо, кто подписался. Кстати, люди подписываются и подписываются. Да, да. Всем огромное спасибо, наверное, в поддержку нас, в поддержку Украины. Латесеньки, давай трошки, давай. Наоборот. Сука, козел. Извиняюсь. Ну, как оно есть, так оно и есть. Нет, так а что... Как можно на большой скорости в поворот езжать? У него по-другому не едет. Да ладно, Люда, не едет. Вот это бред какой-то. Ну что он теперь там крутится? Что крутые машины не могут это самое, медленно ехать. Херня это все. Ладно, не говори. Не говори. Ладно, глянь, как уже снимает. Вот телефон видит солнце, он сходит с ума.
ничего, я с 15 числа, у меня будут денежные поступления с Ютуба. Отнесу свой Samsung, поменяю стекло и сделаю звук. Так, мы скуплялись у магазина. Подсолнечное масло взяли. Очень хорошие спинки куриные. Все, погнали в автомобиле. Лук порезала. А, десятка, да, по акции был лук. И по акции овощи набрали. Желтую такой перец тоже, 8 гривен. 11? 11, да. Дыня. И дыню купили. Там сколько там она стоит, я уже не помню. 15. В общем, зашли, у нас 100 гривен купили овощей. Классно. А зашли за спинками. Это мы в Фозе у нас в городе Днепр. Тут это строили, строили. Фух. Пальцы попадают в этот самый. О, солнышко заливает, как сегодня. Ой, солнце какое. Боже, да. Вообще. Телефон видит. Луч поймает, все, такая же. Вот сейчас нормально. Сейчас домой. Окрошка. Сыроватка у меня есть. Делаю окрошку. Вкуснятину. Так. В общем, по акции купили вот эти вот спинки. Глянь, какие мясные. Акции, да? Да. Хорошо. Продукция сметаны, а не сметану, это на окрошку. Горчичка, огурцы по акции. Все по акции. Колбасу по акции. Дыня, смотри. Дыню по акции. Дыня 15 гривен, нянь. А, смотри, черри 11. Людочка так захотела. Или, подожди, что-то еще. Сахар взяла на клубнику. Лук порей. 34, да, килограмм. Нет, это на 54 я взяла сахара. И на 35. А килограмм я не помню сколько. 29,70 килограмм сахара. 29,70. Перчина 14 гривен. Ага. Отличная перчина. Это тебе на салат. Ты ж черри помидорчики взяла. Да. Хлеба взяла, булочек взяла. Перец появился по 10. Перчик не взяли. Ага. И рыбка моя 15. Мама, чересчур. Так, там шила за картошку. Ну, похер, мама. 200 гривен. На улице 45 градусов жары. Отрава. Отраву купили котикам всем и собачке. И взяли ему мячик. Мама, попить, мне Люда, ничего нету. Взяли попить. Морозилку поставили, водичку минеральную. Очень вкусная, хорошая такая. Знаешь, ты такая пьешь ее, она такая холодится, тебе прекрасно. Пиво не брали, нет. Зачем тебе пиво? Не, я спросила. Она тебе попить хочет. Попить. Сейчас водички минеральную попьешь. Зачем тебе пиво? Не, Люда, ты опять поговори со своей бабушкой. Так тоже нельзя. Взяли у бабушки, гляньте, купили 4. Сейчас я хочу в колесо посадить. Бабуля стояла, торговала. И мы купили. Ой, пить хочет, пить. Дождалась нас. Хотела раздеться. Девчата, привет. Девчонки. Луня. Ой, мои классные. О, все, смотрите. Два мячика, не знаем где. А он без мячика. Гля, все, смотри, сидит, все. Маня не выпускает сорта мячик. Так, ребята, я же все-таки включила. Не убрал мне Женя вчера. Устал, то ли как. Сейчас надо просить соседа, чтобы убрал. Я, кстати, я баба сама. Сама его. Все, блядь. Гатянула. Да все мои. Привет. Привет, зайка моя. Под пионом. У нее вид, как будто она, знаешь, такого бадуна. Бухала. Вода уже теплая. Слава Богу. Так, фильтр работает, гляньте. Вода фильтруется уже. Тише. Спасибо, молодец. 8. Ой, господи, 8 плюс 8, это 16 часов. А ну, я... Вот он, по-моему, гоняет 2700 литров в час. 2700, а вот тут я не знаю, сколько литров. Я не знаю, надо глянуть. Надо по бассейну посмотреть. Да, голубеет вода, мам. Поголубела, видишь? Ну, конечно, поголубела, потому что столько отравы. О-о! Что такое, мам? А я же бережу. Тихо. Вот видите, одна ножка только подкошена. Видите, одну я вчера пропустила. И вот как теперь ее поправить, я не знаю. Так красивый, а сколько работает. Я вчера чуть не упала, так устала. Это просто. Короче, круг надую, буду лежать.
Людочка, ты... я не буду, я плохо себя чувствую, но а тебе класс. Мы матрас выбирали, ужас, такие цены, хотим по акции ВТБ дождаться. Да, по акции ВТБ. Да, есть, фу. Я купила, 90 гривен со скидкой. Людочка, мы докупили продуктов, потому что газа нету на заправках, ничего нету. Придется нам как вообще... Как завтра мне быть? А куда тебе завтра? Тогда завтра подождешь. Мне нужно поздравить человека, подарок передать. А ты тогда подождешь мне час? Я час побуду. Конечно, я не буду мотаться туда-сюда. Буду ждать сколько надо. Ты что? Туда-сюда разводить бензин или газ? Если что, тогда... Если нет, тогда слушай. Бензин заправляем, едем за город. Там берем полный за... бак. Куда мы едем? За город. За город. Слышу, за город. За город мы едем. А-та-та. Ты куда пошла, девочка? Пошли в холодильник. Оцените работу. Ой, надо же я... Это, там же ж на столе. Ты селедку убрала со стола? Ну, ее сейчас не будет. Да ты, глянь, они все спят, они смотрят на нас. Пакеты все увидели, они даже не пахнут. Так, клубнику уже на полтора ведра собрала. Надо... Да, нет, она ее сейчас открывает, картошку. Ага. И она будет вариться. Ну, ее надо по-любому, глянь, она вся в бурьяне. Хорошо, она бурьян. Все правильно делает. Люда, ну ты гонишь или что? Огородница. Глянь, а что с картошкой? Все хорошо. Ну бабушка всегда, она преувеличивает. А. Ну что? Бабушка как бабушка. Глянь, все хорошо. Все хорошо с картошкой, вот, но есть пару жуков. Они сношаются вот. Все хорошо, я не сношаются. Я могу собрать, ничего страшного. Будем собирать. Сейчас ничего не накупаешься. Я собирала. Где-то. Вот, ребята, я говорю, поработай утром пару часов, да, на огороде. Не, она сериальчик смотрит, лежит, чай пьет. Да, а потом в спеку она выходит, понимаете? Как ты говоришь, допельтовая правильно. Работа. А где? Что, где? Да. Да ну, мама. Чего? Ой, боже мой, лежат, отдыхают. Да, обнялись. Люда, дай-ка я обнялись. Фотографию надо делать. Покажи телефон. Гляньте, это ж тигричка ее обняла. Боже, какая кошка тигра ласковая. Ребят, тут правда, я серьезно говорю, вот кошечка такая, она всех жалеет, она всех умывает. Это такая порода, наверное, да? Я не могу, что это такое? Что это за любовь? Гляньте, смотрите, смотрите. Какая красота у меня такая лежит. Боже. Вот это у меня такой нерка-тять. Как они любят друг друга. Ну, какие она очень любит коки, она ее постоянно умывает, моет ее. Гляньте, гляньте, гляньте. Боже! Да. А Коки спит. А кому купили мячик? А ну, давай играть. И это, наконец-то, взяли мячик. Давай мяч. Даст мне. Степан, большая просьба, мячи никуда не девать. Ты задрал. Три мяча уже неизвестно где. Мой Степашечка. Я зато и давлю, а траву можно завтра купить. Если мне будет такая возможность выезжать. Слышишь? Мама, ты слышишь, машина сухая, я приехала на сухом баке. Газа нету, мама. А бензинчик есть еще? Есть бензинчик, он 60 гривен литр. Ну что, я на велосипеде завтра. На велике поедешь, конечно, ну ты что? Буду я сейчас за травой. Где я это самое? Я так купила удобрение. Только что, где я купила? Ребята, купила удобрение для роз. Столовая ложка на ведро воды. Не, хочу розы удобрить свои. Так, будет сегодня у меня окрошка, мои хорошие друзья. Фух. Целый день одна и та же песня. В тенечке посижу, я не могу. Что она нашла там? Фу, друзья. Жарко, тепло. 2 часа дня. Поехали, скупились. 2 часа дня. Еще когда делать? Сегодня проснулась, голоса вообще у меня нет. Девочки друг друга работу проверяют. В общем, погнала делать я окрошку. Окрошка необыкновенная, но я все равно сниму, как я делаю, потому что девочки спрашивали, потому что все по-разному делают. Кто на грибном бульоне, кто на курином бульоне. Я делаю на сыроватке. Люблю на сыроватке. Вчера помидоры. Люда, помидоры вчера. Ну, я понимаю, что она не может иначе, но работать в такую жару.